Росгвардия отметила свой первый день рождения. В Самаре торжественное мероприятие прошло в Театре оперы и балета. А накануне с губернатором Самарской области встретился начальник регионального управления. Он рассказал главе региона, что в настоящий момент успешно завершен первый этап формирования территориального управления. По его словам, оно прошло в плановом режиме, без потери боеготовности. Ожидается, что к концу года в состав регионального управления перейдут сотрудники ОМОНа и СОБРа. Василий Анатольевич Глотов также отметил, сейчас особое внимание уделяется подготовке к проведению чемпионата мира по футболу. Сотрудники управления принимали участие в проведении летней универсиады в Казани. Имеют опыт работы на крупных мероприятиях международного уровня. Нам удалось сохранить кадровое ядро. Сейчас идет второй этап становления. Этап становления, то есть формирование уже окончательно территориального подразделения без потери готовности и к выполнению боевых задач, по их выполнению уже, скажем, в любой момент, в любую задачу. У нас есть уверенность такая, что мы справимся, и здесь даже сомнений быть не может.